Ульяновске установили стелу «Город трудовой доблести». В этом году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Войны, которая унесла тысячи жизней. Сегодня в сердцах ульяновцев зажглась еще одна свеча памяти в честь каждого бойца Победы. Вне зависимости, кто он – фронтовик или герой трудового, подчас невидимого фронта. И сегодня, открывая стелу «Ульяновск. Город трудовой славы», мы увековечиваем подвиг каждого из них. Отдаем дань уважения всем ульяновцам, которые в годы войны, не щадя сил, вне зависимости от возраста, день и ночь стояли у станков, работали в полях, обеспечивая фронт всем необходимым. К поздравлениям присоединился и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. За присвоение гордого звания боролся каждый ульяновец. С инициативой выступил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Больше 200 тысяч жителей Поволжья отдали свой голос в поддержку. В то же время, Владимир Владимирович, в год 75-летия Победы просим вас поддержать наше предложение о присвоении этого почетного звания еще 9 городам. Это Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и город Боровичи Новгородской области. Это города, где люди наиболее активно голосовали. Эти герои не должны оставаться без нашей поддержки и заботы. Ульяновское региональное отделение «Единой России» возьмет шефство над каждым, кто в годы войны ковал победу в тылу, работая на предприятиях. Предложение принято. Ульяновск официально назван городом трудовой доблести. Это напомнило о великом подвиге тружеников тыла в военные годы. Это почетное звание присвоено Ульяновску по праву и согласно исторической справедливости. В 1941-45 годах вклад жителей города в достижение Великой Победы был огромен. На предприятиях, заводах, фабриках рабочие и служащие всех возрастов самоотверженно трудились. Сегодня вчерашние школьники, которые трудились во имя общей победы, уже ветераны, а многих и вовсе нет в живых. А потому память о тех, кто посмертно нес трудовую вахту, навсегда останется в сердце каждого из нас. Наверное, место подвигу было, есть и будет. И старшее поколение все сделало для того, чтобы сегодняшняя молодежь жила в мирное, хорошее время. Миром нужно дорожить и ценить. Когда в 41-м немцы ринулись на Москву, Ульяновская область стала спасением сразу для 15 крупных предприятий. Завод имени Сталина базировался на месте нынешнего завода УАЗ. За 2 месяца удалось наладить производство. В апреле была собрана первая трехтонка ЗИС-5. А за всю войну завод выпустил больше 7 тысяч таких автомобилей. Каждая машина, которая сошла с конвейера в этих стенах, еще один шаг к общей победе. Самостоятельная история завода началась именно с 1958 года. Тогда-то и появилась первая авторская разработка. Автомобиль ГАЗ-69А «Аннушка» стал основой для автомобиля высокой проходимости, известный всем сегодня как «Санитарка». За всю историю УАЗ выпустил больше 5 миллионов автомобилей. Огромный путь от создания самых первых машин до появления современных флагманов прошел Анатолий Лазарев. Пришел на завод еще мальчишкой в начале 60-х годов. Сейчас возглавляет Совет ветеранов. В его памяти навсегда увековечены все те, кто ковал победу и благодаря кому сегодня наш город носит почетное звание. Вот чем они отличались? Это люди или рабочие были высокой квалификации, были очень грамотные. И они не только работали за себя, но они готовили рабочую смену и передавали свой богатейший опыт нам, молодым работникам. Поэтому я всегда вспоминаю вот этих людей, которые были здесь. Многих из них уже нет в живых, но на заводе по сей день работают их дети, внуки. А потому память о подвиге тружеников тыла никогда не будет забыта. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Юрий Конихин, Даниил Сурков. Управда ТВ.